Всем салют, дорогие друзья, мы все так же в Хай-Хе, на стоянке наших партнеров. Просто быстренько заскочили, они нам показывали, что же покупают сегодня в Россию. То есть, как вы знаете, что в Китае много разных автомобилей и марок, и не обязательно покупать только китайские. Нет, китайские, конечно, может быть, в приоритете, потому что их здесь больше. Но, может быть, мы с вами рассмотрим еще, что привозится. В общем, друзья, давайте посмотрим, что покупают в Россию из Китая. Давайте, наверное, сразу же, вот просто. У нас здесь стоит Acura. Интересный автомобиль. Единственное, друзья, я ценники не знаю. Ребята меня чуть позже проинспектируют, поэтому я их напишу в описании. Обязательно читайте. Там будет цена, сколько этот автомобиль стоит в юанях и сколько данный автомобиль выходит на сегодня под ключ до Владивостока. Но если цена, и вы тут смотрите этот ролик, допустим, где-то через месяца 2-3, обязательно пишите нашим менеджерам, потому что они смогут сказать более точную цену. Здесь мы просто плюс-минус об этом рассуждаем. Данная Acura 2019 года, 12 месяц. Соответственно, автомобиль еще проходной, и проходным он зайдет именно в Россию. А теперь салончик, самое главное место в автомобиле. По салончику у нас здесь, на самом деле, достаточно интересный старый хондовский салон. Ну, конечно, современности в данном салоне не хватает полностью. Но при этом полный мультируль, пожалуйста, круиз-контроль. Все приборы здесь, все работает. Также есть проекция на лобовое стекло. Климат-контроль сделан в каком-то футуристическом стиле. А самое главное, здесь все на коже и ощущается достаточно приятно. Такие автомобили в России вообще не встретишь. Только в Китае. Если сильно хочется, то можно под заказ их привезти. Задний ряд присутствует, панорама, люк. Ну все как положено, как любят китайские наши друзья. По факту, из Китая берем автомобиль. И самое главное, ради чего мы основное приехали, мы сейчас вам и покажем. Нам предложили посмотреть на новый Highlander в новой максимальной генерации. По нему ориентировочно, вот по нему могу сказать цену, это примерно 320 тысяч юаней, это за абсолютно новый. А сколько он выходит в России, читайте чуть-чуть ниже. По внешности у нас здесь хорошая, интересная оптика. Также сам автомобиль достаточно внушительных размеров. То есть все-таки это Highlander, это один из топовых кроссоверов, считается уже следующий за RAV4. Потом, понятное дело, идет Crown Kluger, дальше идет Равчик и так далее. Хотя, в принципе, Crown Kluger построен на базе Highlander. Новый Highlander. Что у нас здесь? Я вижу здесь, что здесь музыка JBL у автомобиля установлена. Бесключевой доступ. Все здесь у нас аккуратненько в пленочках закрыто. Новый современный руль. О, господи, какая огромная мультимедиа. Видите, как здесь мало места. Огромная мультимедиа JBL. Огромная консоль. Где-где, а именно в Highlander. Мне посадка кроссоверская нравится. Вот я сходу сел. И мне прям понравилось. Музыка JBL, полностью жидкокристаллический экран, проекция на лобовое, подогрев руля, электропривод багажника, круговой обзор. Ну прям крутая Toyota. Я что-то не ожидал, Игорь, что настолько крутой получается у нас Highlander. Я думаю, что все про Highlander говорят? Highlander, Highlander. А он вон какой интересный. В принципе, подстаканники есть, пластик выглядит достаточно интересно. Боковая поддержка, кстати, у автомобиля достаточно жесткая. Прям чувствуется именно качество автомобиля, что оно сделано достаточно добротно. А самое главное, это максимальная топовая комплектация, гибрид. У нас здесь подогрев и вентиляция сидений также присутствует, что редко даже встретишь какой-нибудь камрюхи. Потолок у нас белый, а самое главное, в машине пахнет, ну, новой машиной. Вот полностью запах нового автомобиля. По заднему ряду места здесь достаточно много. Единственное, не буду садиться, скажу сразу, здесь не у всех автомобилей новых идет ковер, ковры докупаются отдельно, поэтому, чтобы не пачкать чью-то новую машину, здесь не буду. Если спереди есть коврик, то здесь его нет. Но места здесь предостаточно. И также сзади, посмотрите, у нас подогрева задних сидений, климат-контроль, также у нас есть зарядка, есть сзади розетка, причем подходит европейского стандарта. Вот в эти дырочки вставляю нашу родную российскую розетку, и все работает. Подлокотник у автомобиля присутствует. И также самое главное, качество исполнения кожи. Неплохая строчка. Ну, тойотовская строчка, не европейская, но она здесь есть, и качество достаточно хорошее. И задний ряд сидений здесь тоже присутствует, какой-никакой, но он здесь, кстати, есть. Что касается, кстати, подкапотного пространства, я вам немножко, друзья, наврал. Это не гибридная версия, это 2 литра турбо. Highlander, это новый мотор S20A FTS, это в принципе предшественник 8R FTS, который ставился в Harrier, который ставился у нас в Crown, который ставился в Lexus, NX, RX и так далее. Хороший мотор, ставится у нас с 2022, по-моему, года на Highlander именно китайской генерации. Посмотрим, друзья, потому что 2 литра турбо, это у нас, во-первых, что? Это выгодно по поршне и очень выгодно по итогу по цене. А в остальном моторчике 2 литра турбо едут достаточно неплохо. Не так экономично, как, конечно, гибриды, но это в целом и неплохо.
Посмотрите, пожалуйста, здесь у нас капотное пространство, ну, нового автомобиля абсолютно. И такие автомобили без проблем можно вывозить напрямую из Китая. Дилеры закрыли ввоз, дилеры запретили нам покупать свои автомобили, дилеры закрыли заводы. Что сделали русские? Начали возить автомобили из Китая абсолютно новыми, а также и бэушными. И следующий автомобиль, который мы все с вами знаем, любим, это Honda Vezel. Это у нас дорестайлинг. Но как это? Нет, это не дорестайлинг, это рестайлинг первого поколения. Это оптика симпатичная, туманки. Вот так вот чисто внешне я не могу отличить данный Vezel от правого рукава, пока не смотрю, не посмотрю ему в салон. По салону эти Vezel абсолютно такие же, только руль находится с другой стороны. Единственное, у рестайлингового именно Vezel в Японии идут более спортивные сидения, здесь идут от прошлого поколения. Это прям единственное огромное отличие между ними. Ой, еще и по климату. Подождите, у меня к нему вопросики сейчас возникают. Климат-контроль такого в Японии нет. То есть вот такие крутилки только у китайцев. В Японии вы все знаете, что у него даже в самой простой комплектации будет климат. А также ключ. Vezel на ключе. В Японии такого никогда не видел. Музыка Alpine, прям как в японских канонах. И отсутствует круиз-контроль и системы безопасности Honda Sensing. То есть, насколько вы можете знать, у японцев такое не приветствуется. То есть Honda Sensing в рестайлингах есть практически у всех. Круиз-контроль есть практически у всех, а также климат-контроль. Кстати, по круизу только в самой-самой-самой простой комплектации его может не быть. А здесь его нет. Очень странно. Но климат-контроль 100% есть у всех. В остальном Vezel есть Vezel. А самое главное преимущество его над Vezel'ами, допустим, японскими, это то, что у него есть люк. У японских Vezel'ей люков никаких нет. А еще они бывают с мотором здесь 1,8 литра. А в Японии только полторашки. Бензин, турбо или гибрид. Что касается материалов отделки, я не могу сказать, что они прям сильно отличаются от японской версии. Все плюс-минус то же самое. Руль единственное не кожаный, хотя у всех Vezel он идет с Японии кожаный. И скрипы, вот казалось бы, скрипит он не больше, чем японский Vezel. То есть и единственное сиденье. Японцы таких не делают, на мой взгляд, слегка грубовато по центру. И, хотя боковая поддержка, ну, плюс-минус точно такая же. Поэтому глобальной разницы между правым и левым рулем я не вижу. Honda есть Honda. Единственное, конечно, грязноват он по салону. Такие приходят они из Китая, с Японии, как правило, идут немножечко почище. Оптика у китайского идет немножечко другая. Она идет на линзе, плюс на галогеновых лампах. Если у японцев в рестайлинге идут только светодиоды. То есть отличия прям немножечко есть. Чисто визуально, да, по кузову. Они абсолютно идентичные, но вот в каких-то мелочах, типа оптики, туманок, потому что есть туманки в комплектации S, они идут светодиодные тоже. Решетка радиатора самая простенькая по комплектации, это какая-нибудь не RS-ка, не Z-ка, но вот обычная комплектация X, если мы сравниваем с японцами. В остальном, кстати, есть круговой обзор, но это китайский круговой обзор, он не такого шикарного качества, как идет именно заводской. По бесключевому доступу его здесь нет, потому что у нас обычная версия на ключе. И по задней части даже надпись, слава богу, Vezel, не на китайском. Но есть у автомобиля сонары, ну точно такой же абсолютно Honda Vezel и по багажнику. Лампочки, все здесь есть, у нас также здесь есть ниша под запаску. И все, материалы, вот единственный материал отделки немножечко отличается от японской версии, вот именно вот этой бахромой. В какую сторону? Ну, у японцев получше. Здесь чуть-чуть подешевле это ощущается. А в остальном... А есть миф про зазоры, не зазоры, типа... Это у японцев то же самое, зазоры по Хонде. Они не очень, что у японцев, что у китайцев. Ну и под капотом та же самая всеми нами известная полторашка. Опять же, к вопросу запчастей, где же их брать? А где их брать? Вот они, пожалуйста, контрактные, то есть такие уже у нас продаются. Здесь же блок АБС, здесь у нас подушка двигателя, генератор на том же самом месте, автомат, фильтр такого же абсолютно размера, мозги. Здесь же у нас стоит аккумулятор, то есть это не как, знаете, с правым рулем, руль слева, руль справа, здесь мотор слева, здесь мотор справа. Здесь абсолютно точно такая же компоновка мотора, плюс, судя по, так вот, по элементам, я этих Vezel'ей, на самом деле, друзья, пересмотрел очень много, мне кажется, даже жабо от японского Vezel подойдет к китайскому. И от китайского, в случае чего, может подойти японскому. То есть здесь визуально абсолютно все то же самое. У нас здесь рядом еще стоит Unity, но, понятное дело, мы их уже столько раз показывали, столько уже привезли, поэтому это логично, что их возят из Китая. А что, казалось бы, нелогично, это Hyundai Santa Fe. Напрямую из Китая. Вот такой автомобиль. Это у нас версия для китайского непосредственно рынка. Игорь, он абсолютно точно такой же. Вот он ничем не отличается от корейской версии, которую мы возим регулярно из Кореи.
пожалуйста, такой же руль, такой же салон. Самое прикольное, что здесь у него небольшой пробег. Скажи, что там на шильде нарисовано? Какой год на шильде? 20-11 месяц, как раз Санта-Фе, по-моему, в 21 году у них был рестайлинг, а дорестайлинг выглядит абсолютно так же. Те же самые кнопки управления коробкой, беспроводная зарядка, бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, огромнейшая мультимедиа, серый потолок с люком, сзади капитанские кресла. По-моему, капитанские кресла проблема не только в Корее, потому что они в Китае тоже такие же идут в основном на капитанском салоне. Мы-то в России все с вами хотим, чтобы у нас сзади был сплошной диван, а они в основном люди все на китайском. На китайских версиях, что на корейских, идут с капитанским салоном. Господи, как я это вообще выговорил. Спидометр такой же, самое главное, смотрите, пробег 14 425 километров. Идеальное, шикарное состояние. К вопросу о подогревах и вентиляциях, здесь есть подогревы, вентиляции нет. И это опять же Санта-Фе из Китая, китайской локализации. Вопрос тому, сколько он стоит, обязательно читайте вот здесь в описании. Я напишу, сколько они стоят в Китае и сколько они выходят в России под ключ. Может быть, для вас Санта-Фе из Китая будет выгоднее, чем из Кореи. Здесь стоит мотор 1,6 литра, вон стоит сзади турбинка, небольшой маленький мотор. Понятное дело, что это выходит дешевле по пошлине, чем брать 2,2 литра дизель. Ну, судя по шильдам, это, скорее всего, переднеприводная версия. Сейчас. Да, это переднеприводная версия, потому что сзади у нас приводов нет. Это только передний привод. Как будто бы не так уж и интересно Санта-Фе еще и на переднем приводе. Но, пожалуйста, самое главное — это цена. Что мы за эту цену получаем? Рядом стоит Havail Big Dog. Такой автомобиль мы вам уже тоже показывали. Понятное дело, китайские автомобили из Китая возятся. Они есть с мотором 1,5 литра, есть с мотором уже 2 литра. И в целом Havail Big Dog в различных комплектациях, там Labrador Edition, Husky Edition, достаточно интересные. По ним могу сходу сказать, потому что постоянно их считаю, 1,8-1,9 миллиона под ключ до Владивостока. Опять же, цена может быть не актуальна, поэтому смотрите, что мы написали в юанях здесь. И если вы смотрите этот ролик не сразу, как только он вышел, пишите нашим менеджерам, и они вам обязательно подскажут. Это как что японское? А я откуда знаю? Ну, так, примерно. X-Trail? Мне ни разу такой вопрос не задавали. Визуально он не похож ни на что японское. В Японии какая альтернатива, допустим? Пускай будет X-Trail. Пожалуйста. Чинган Юниви. Клевый автомобиль по салону. Интересный в целом внешне. Интересный достаточно салон. Есть также электроприводы сидений. И это все-таки седан. Как ни крути. То есть у вас и музыка Sony, как и у большинства чинганов. Не скажу, что она прям какого-то шикарного звука, но сам прикол, что у вас есть шильдик Sony. По салону здесь, пожалуйста, вам и место под хранение вашего телефона. Здесь у нас мультимедиа, здесь у нас огромнейший экран, скошенный руль, как у Чингана Юникей. Читайте, сколько он стоит, обязательно в описании, мы обязательно это напишем. Люк, панорама, черный потолок, спортивные сиденья. Ну, кстати, про что я и говорил, да, про китайцев, что у него вот такое поролоновое сиденье, поддержка достаточно слабая, но опять же, сколько платим, то и получаем. За свои деньги, в любом случае, Чинган Юниви достаточно интересный седан. По шильде скажи, какого она года, Игорь? 22-й, 05-й месяц. То есть данный автомобиль еще не проходной. Если его завозить, то завозить от зависимости от стоимости, либо подождать годик и завозить его как проходной автомобиль. Почему бы и нет? Моторчик здесь у нас 1,5 литра, точно такой же ставится, как Чинган Юнити. Ну, плюс-минус все то же самое. Кстати, обращу ваше внимание, что здесь китаец поставил распорочку. Ценник смотрите, потому что машина 100% интересная. Я вас уверяю. Заметили здесь одного красавца, единственный, который мы встретили здесь в Хайхэ. Пожалуйста, Lexus LX. Это 570-й или... Это на 570-я бензинка. Вот такой, друзья, скажу вам сразу, из Китая везти дорого. Реально дорого и не имеет смысла, но самый главный факт, что и в Китае такие автомобили тоже ездят. Представительского класса. Honda CR-V. Современный новый автомобиль начал выпускаться с 2022 года. Есть двухлитровый гибрид, есть полторашка турбо Honda CR-V. Симпатичный автомобиль, очень популярен и в Японии, и также, смотрю, в Китае. Но единственное, что в Китае у нас... Да, это Honda. Это гибридная именно версия. Да, это 2 литра. Именно гибрид. Именно гибрид. И 2 литра гибрид на переднем приводе. Если в Японии они есть полноприводные, в Китае только переднеприводные. Ну и как и из Китая, у них цена плюс-минус одинаковая, что и с правым, что и с левым рулем. Поэтому присмотритесь, вариант достаточно интересный. Причем заводы они идут на резине Michelin Primacy. Есть еще Primacy Tour резина, у них стоит завода. И по комплектации тоже кожаный салон. И музыка также у автомобиля Bose. Мы для вас такой автомобиль снимали на правом руле. Вот, пожалуйста, я стою возле леворукой его версии. Но опять же, друзья, к вопросу, что же покупают в Россию. Смотрите, пожалуйста, здесь Geely Manjaro. Здесь Volkswagen Tiguan небольшой. Havail H7. Здесь у нас стоит Hyundai Avant, та же самая плюс-минус Elantra. Как вы можете обратить внимание, всеми известные модели, да, вот именно в
в России также завозятся напрямую из Китая. Здесь у нас стоит Honda Breeze. Это как новый CR-V. Опять же, известный автомобиль именно в России. И его, грубо говоря, очень похожий автомобиль, брат-близнец практически, Honda Breeze. И здесь у нас стоит Чинган, Чинган КС, КС-75+. Вот у нас, пожалуйста, такой же интересный салончик. Все, как мы любим, Чинган, электропривод сидений. У нас здесь подлокотник, красная вставка. И, кстати, друзья, для тех, кто не знает, есть у автомобиля красный салон, значит, комплектация как Flagship Edition. Судя по салону, пробег очень и очень маленький. Сиденья спортивные, интересный автомобиль в целом, в общем и целом-то. Здесь также по этой парковке, если пробежаться, здесь у нас стоит такой же RAV4. Это у нас не гибрид 2 литра, есть как на переднем, так и на полном приводе. Если любите обвес из Японии, то можно найти с обвесами из Китая. Они, конечно, отличаются от японских. У японцев моделиста, конечно, намного симпатичнее, чем то, что сейчас я здесь вижу. Но в целом на обвесах и на обвесах стоит еще один RAV4. Тоже плюс-минус по таким же ценам, тоже не гибрид, тоже 2 литра. Тоже есть на круговом обзоре и на полном приводе. Рафтики, как вы можете заметить, очень плотно возятся из Китая, поэтому знайте одно. Если вы интересуетесь покупкой японского автомобиля, японского рафчика, купить его будет чуть-чуть проблематичнее, потому что, ну, все хотят, из-за этого огромный спрос. Поэтому купить бывает очень-очень непросто. Здесь у нас стоит Honda Accord. Также на люке по салончику, судя по шильде, именно китайский Accord. Моторы здесь есть 1,5 литра турбо, салончик опрятный. Также на электроприводах запах Хонды, есть люк. То есть, опять же, можно брать Аккорда из Кореи, а можно брать его, например, из Китая. По ценникам я обязательно, друзья, буду подписывать. Смотрите ценники чуть ниже. Также у нас здесь стоит это электрический Volkswagen Tiguan. Это вот шильдик означает, что это все-таки Volkswagen для рынка Китая. Электричка, потому что он полностью электрический. Также у нас здесь по салону тот же самый Tiguan. Коробка, все понятно. Это у нас Jetta VS7. Это даже не Tiguan, а Jetta, прикинь. То есть как вот бывает порой сложно с локализацией именно китайской, потому что много автомобилей знаю, европейских, японских, неважно. Но когда ты приезжаешь на рынок Китая, ты смотришь, а здесь столько моделей, и они имеют абсолютно другие названия. Здесь у нас Honda Civic последней генерации. То есть с Японии мы еще пока такой не привозили, а из Китая можно также его ввести. Есть моторы 2 литра, есть моторы 1,5 литра турбо. Самое главное, что у них реально есть двушка, ее можно привезти напрямую из Китая. И самое главное, что они не санкционные, их без проблем можно вывести. И также по салону, обращу ваше внимание, все то же самое, но с максимальной комплектацией. У нас электропривод сидений, кожаный салон, климат-контроль, мультимедиа большая, жидкокристаллический спидометр. Здесь также регулировка фар. Единственное, чего не вижу здесь подогревов и черного потолка, потому что, допустим, у японской версии есть черный потолок именно в комплектации ES Black Style. В Китае такой комплектации, к сожалению, нет. Ну и по заднему ряду Civic есть Civic, кстати, места здесь в целом предостаточно. Также есть USB-зарядки и так далее. И бесключевой доступ передних двух дверей и крышки багажника. Ну и по опционалу, пока я вижу, здесь есть у нас датчик слепых зон. То есть, грубо говоря, китайские машины не все обделены комплектациями, как мы можем с вами подумать. Есть, конечно, комплектации, которые в Японии лучше, чем в Китае, но опять же, левый руль, автомобиль, Honda, настоящая Honda, не подделка, стоит плюс-минус столько же, сколько везти ее из Японии сегодня, если мы берем с вами праворульную версию. Ну, правый руль-то, понятно, правый руль. Здесь у нас также стоит Golf, Golf R. Моторчики у них бывают разные, ценники на них тоже уточняйте у наших специалистов, которые могут посчитать абсолютно любой автомобиль. Здесь мы смотрим, что все-таки возится в Россию. И знаете, что самое главное, я вот здесь вижу в основном модели, которые популярны, в принципе, и так в России. В Китае есть различные марки, допустим, тот же самый BYD, который я не вижу, чтобы его возили в Россию. Почему-то он особо никого не интересует. Также у нас здесь стоит G-Tour, который также можно везти из Китая абсолютно без каких-либо проблем. Здесь у нас стоит Range Rover, Land Rover. Есть двухлитровые варианты. Ценники из Китая, кстати, выгоднее, чем из Кореи. Опять же, смотрите ценник ниже, я напишу, сколько он стоит здесь в Китае в юанях и сколько его стоит привезти из Кореи. Ну и также по ценникам. Также здесь у нас стоит Hyundai Tucson. Это Hyundai именно китайской локализации. Если вас интересует, допустим, Kia K5, Hyundai Sonata, это все есть в Китае, при том есть варианты в комплектациях лучше, чем в Корее. Допустим, в Китае есть Kia K5, у которой мотор 2,5 литра турбо, и есть 2 литра турбо. То есть они, если в Корее у нас 1,6 литра турбо и 2 литра атмосфера, то в Китае есть 2 литра турбо, порядка 280 лошадей. В Корее такую не купить, и плюс максимальные комплектации по Kia также есть у нас в Китае. Из Китая их реально можно привезти по очень вкусным ценам. Это на самом деле не очень дорого. Ну и также быстренько, кратенько, у нас здесь небольшой уголочек. Опять же, RAV4, Volkswagen Golf, Havail. Большой Havail, достаточно большой кроссовер.
Далее у нас стоит неизвестный мне, в принципе, старенький какой-то G-Tour, Tiguan. И там дальше тоже у нас стоит какой-то автомобиль, по-моему, GAC. Опять же, автомобилей очень много. Автомобили эти возятся из Китая. Вот такие машины плюс-минус берут из Китая в Россию. Все это можно привезти, все это можно купить без каких-либо проблем. Если вы видели автомобиль, который вас заинтересовал и хотите привезти себе подобный, пишите нашим менеджерам, контакты всегда есть в описании. Обращайтесь, они просчитают, обязательно вам привезут по самым лучшим ценам. И, кстати, друзья, для вашего удобства у нас есть офис в Владивостоке, есть офис в Москве. Вы всегда можете прийти, лично проконсультироваться, лично заключить договор. Мы работаем для вас, улучшаем сервис, поэтому обращайтесь обязательно. На связи был Максим. Большое спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наши все соцсети, на Telegram, ВК. Также смотрите нас на YouTube-канале, ставьте колокольчики, ставьте пальцы вверх. Обязательно пишите комментарии, как вам данные выпуски из Китая. И выпускайте нам их еще больше, чтобы нас Костя почаще отправлял в командировки в Китай. Большое спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки. Всем большое спасибо. Мы погнали дальше. Компания Priority Auto – надежный поставщик автомобилей с аукционов Японии. Подбор автомобиля, покупка, доставка, растаможивание. Priority Auto – ваш надежный поставщик.